15 мая 2024 года в 14 часов 33 минуты в городе Калининграде на площади Калинина 28 следовал автомобиль марки «Шкода» под управлением 69-летнего водителя, который допустил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора. После ДТП водитель покинул место происшествия и впоследствии был разыскан сотрудниками госавтоинспекции. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые родители, объясните детям, что прежде чем перейти дорогу, необходимо дождаться остановки автомобиля и убедиться в безопасности. Научите ребенка переходить дорогу спокойным, уверенным шагом. Категорически запрещается перебегать через дорогу. Показывайте на личном примере правильное поведение на дороге, так как вы являетесь авторитетом и примером для ваших детей.